хоть голосом так в джазовой такой манере, там скетч называют, скетч как там, а? Стараюсь. Да? Вот. Ну, человек очень не знает, в чем дело. Сейчас посмотрим. Сейчас я начну, а ты потом попробуешь. Разбросанным по свету, безнадежно одиноким в бесконечном мире этом, где скитания безграничны, но не вырваться из круга. Вдруг в потоке хаотичном две души нашли друг друга. Давай, душа моя. Но разбросанным в пространстве, так давно уже уставшим от земных и звездных странствий, а разным, но необычайно, друг на друга так похожим, оказавшимся случайно вдруг столкнувшихся прохожим. И тогда во время встречи, прикоснувшись на мгновение, две души познали вечность в этом соприкосновении. Обнинское наваждение. А вот весной, когда был последний фестиваль, здесь был Гриша Донской, и он, так сказать, показал там серию песен, в общем, такой, ну, в стиле такого русского народа. Там он пишет песни, в общем-то, к спектаклю «Левша», и вот, соответственно, все там такое. И как раз здесь был разговор, мне тут говорят, в общем, слушай, а у тебя слабо написать что-нибудь такое вот в русском стиле? Ну,